Всем привет! Сегодня у нас мега-обзор рыбных консерв. Между собой будут соревноваться две баночки кильки и баночка бычков. Почему именно такой набор, сейчас объясню. Дело в том, что мы в последние несколько лет кильку вообще никак не покупаем, потому что то, что мы покупали из кильки, ну, она была вообще никакая, невкусная и... Честно, сложилось даже такое впечатление, что хорошей кильки, вот такой вот в томате, купить нереально, просто нереально. Поэтому мы всегда покупали бычки. Либо в такой банке, либо немножко в другой. Но вот бычки действительно обалденные. Вот это бычки делает у нас Восток Рад даже. Это у нас Керчь, Республика Крым, город-герой Керчь. Они изготовлены по ГОСТу. Давайте я вот поближе покажу этикетку. Можете поставить на паузу и прочитать. Ну, я скажу. Вот, бычки, соус томатный, томатная паста, сахарный песок, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное рафинированное. Не уследил за аккумулятором. Сел аккумулятор в процессе записи. Но, в принципе, я это вовремя заметил. И это здорово. Мы продолжаем. Давайте откроем эти бычки и посмотрим, как они выглядят. Ну, я это хочу сделать для того, чтобы уже потом сравнить с килькой. Чтобы вам показать, почему кильку мы никогда не покупали. Ну, как покупали, но она была вообще никакая. Просто никакая. Так. Ну вот. Вам, наверное, будет плохо видно. Нет, я постараюсь вам показать. По-моему, у меня уже есть видео про бычки, но не такую банку, а другую. И вот, ну, бычки, это большая рыба, и вот видите, вот это вот реальный кусок бычка. Вот в томате, где реально много мяса, и оно реально вкусное. Ну, попробуй. Ну, вот я тебе дай. Нравится? Вот эти вот бычки керченские. Очень рекомендую. Они бывают с разными этикетками. Но вот эта этикетка, она очень дешевая. То есть, вот эта банка стоила 39 рублей. Вот даже видно маркером. Это в самом дорогом у нас магазине. То есть, есть магазины намного дешевле. Но для сравнения, вот такая баночка в этом же магазине стоит 21 рубль. Это кильки. В соседнем магазине мы покупали эту же самую кильку за 18 рублей. Да, 18 рублей вот банка кильки. Поэтому вот такая банка бычков где-то в среднем у нас стоит 35 рублей. 39 это очень дорогой магазин. Бычки обалденные. Вот увидите, я не знаю, купите, не пожалеете. Дайте я вам покажу еще раз этикеточку. Видите, Республика Крым. Очень вкусные. И хочу показать вот эту кильку. Килька этого же предприятия. Черноморская, неразделанная в томатном соусе. То же самое, составчик у нас килька черноморская неразделанная, соус томатный, томатная паста, сахар, песок, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное, видите, дезодорированное, лук, морковь, кислота, уксусная пищевая, регулятор кислотности, специи, молотый перец, душистый перец, черный, кориандр, гвоздика, лавровый лист, вода питьевая, мука пшеничная первого сорта. Тоже изготовлено по ГОСТу. Соответствует требованиям Санпин. Давайте откроем ее, и я вам покажу. Это очень вкусная килька. И я вам скажу, что мы когда купили первый раз на пробу, были очень удивлены, потому что вот эта килька нам понравилась даже по вкусу больше, чем бычки. Для нас это было очень большим открытием. Как это килька вкуснее бычков. Ну да, ребят, на самом деле так. Вот эта вот килька, она реально вкуснее бычков.
Выглядит она вот так. Цвет не такой красненький. Но она очень вкусная. Правда. Вот тут немножко жидкая есть. До этого мы открывали две банки. Там жидкого не было совсем. Ну, может, больше муки добавили. То есть оно такое, как густое было желе. И вкус. Ну, килька есть килька. Килька маленькая, это не бычок. Килька — это мелкая рыбешка. Но вот она вкусная. И вот сегодня, заходя в магазин, в другой, мы увидели вот такую кильку. Килька ГОСТ, главпродукт, неразделанная в томатном соусе, балтийская. Ну, вообще, балтийская килька — это у нас шпрота. Ну, не знаю. И вот эта банка стоила 41 рубль. То есть, получается, эта банка у нас кильки дороже бычков. Для нас, для крымчан, это дико, потому что, ну, бычок – это бычок. А килька – это килька, да? Нам непонятно, почему килька может стоить дороже бычков, но я решил купить все-таки и попробовать сравнить, как она по вкусу, вот с этой дешевой килькой, которая вот в этом же магазине стоит 18 рублей. То есть в этом магазине вот это вот 41 рубль, вот эта банка 18 рублей. Давайте на нее посмотрим. Килька балтийская, не разделанная в томатном соусе, по ГОСТу. Вот составчик, можете поставить на паузу и прочитать. Произведено Балтийский консервный завод, Россия, Калининградская область, город Черняховск, 250 грамм. А здесь у нас нету 240 грамм, то есть разница всего на 10 грамм. Банка чуть выше, ну, разница по весу 10 грамм, разница по цене колоссальная. Ну, давайте посмотрим. Открывается, конечно, она. Опа! Легко и просто. Выглядит, конечно, ну да. Вот сравните. Выглядит аппетитнее. Красивенький красный цвет. Она как будто бы как подкопченая такая, красивенькая килька. Тут, конечно, вид не презентабельный. Но вот здесь обалденный вкус. И мне интересно, какой вкус здесь. Все-таки главпродукт, консервы вроде бы неплохие. Да. Вкусно. По вкусу, да, шпротина, только не копченая. Слушайте, вкусно. Абсолютно разные вкусы. Абсолютно разные. То есть, класс. Мне понравилось тоже. Они разные. Их нельзя сравнивать, понимаете? Вот, Валь, иди попробуй. На самом деле, они разные. Возьми вилочку. Продегустируй. Вот это вот наша, которую ты знаешь, керченская. Ух ты, ничего себе. Ага. Лось. Ну, балтийская, то есть шпрота. Вкусная, но вот они разные, да? Их сравнивать, как бы, это два совершенно разных блюда. Ну, вкусно, классно. Тебе понравилось? Да. Очень, да? Да. То есть вот эту кильку я, да, рекомендую покупать. Действительно очень вкусная. И, ну, наверное, да. За нее можно отдать эти деньги. Но они разные. И то обалденно. То есть и ту буду покупать, и эту буду покупать, потому что они классные. Но вот это вот, если вам просто на ужин, просто покушать с макарошками, может даже лучше взять эту.
А лучше берите две банки и по очереди ешьте с одной и с другой. Потому что они обалденные обе и совершенно разные. Ни на что не похожие, в принципе, как и бычки. Так что вот такие сегодня удачный такой наборчик у нас получился. Три классные банки. Ни на одну не могу сказать, что она плохая. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз показываю, в принципе, вот две кильки. Вот так. И ту можно брать с легкостью. 18 рублей, 41 рубль. Но они обе достойные. Идут на уровне. Ну и бычки, конечно, бычки. Все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Знаете, что я скажу? Вот это реальные шпроты, действительно. Шпроты только не в масле, а вот в томатном соусе. Ну, тут и так и, в принципе, и написано. Килька балтийская. То есть шпроты в томате. Реально вкусно. Вот так.